И снова здравствуйте, Maya 2018, и вот хотелось бы в этом ролике разобрать, как и в Blender, и в 3D Quad, именно разобрать авторетопологию. Давайте посмотрим, как это делается на примере вот этого примитива. Сферу нажимаем, сейчас она подгрузится, у меня тут немножко подтупление идет. Так, вот такая сфера, вот такая сетка. Alt, левая кнопка мыши все это дело крутит. Правая кнопка мыши отдаляет, приближает. И колесико перемещает по экрану. Так, вот имеем сетку. И пишем теперь, где вот эта надпись Mel. Пишем полиретопо английскими буквами. Shift, Alt, переключаемся на английскую раскладку, у кого на русской стоит на клавиатуре. И пишем. R большая, так, и не так, ай, поли, и R большая через Shift, и ретопа маленькими буквами. И теперь жмем Enter. В углу вы видите здесь вот именно процентовка происходящего действия. И давайте теперь посмотрим, как вот эту сетку сделать больше, меньше. Включаем вот эту вот клавишу. Вот высвечивается вот такая вот менюшка. Здесь есть вот The Sphere, Sphere Shape. Вот нам надо поле Retopo 1 нажать. Вот эту. Вот высвечиваются вот такие вот настройки. И нужно найти тебе Target Face Count. Вот эту вот шкалу. Здесь стоит 2000. Мы можем поставить, допустим, 1000. Набираем на клавиатуре и жмем Enter. И сейчас вот вы видите, как изменилась сфера, сетка. Если мы наберем, допустим, здесь же 500 и нажмем Enter, вот сетка становится такой. В принципе, все прикольно, все классно. Вот такая информация, вот такие действия. Все, всем пока, до свидания.